Здравствуйте, дорогие телезрители! Наверняка где-то дома или в транспорте вы могли услышать незнакомые непонятные слова из уст молодежи, а быть может их произнес ваш сын или внук. Давайте же вместе разберемся в тонкостях молодежного сленга, и тогда значение таких слов, как лол, кек, сорян, для вас перестанет быть секретом. Следовать трендам или нет, решать только вам. Но для начала разберемся в этом понятии. Вынесем сорян из избы. Что это за слово и как им пользоваться правильно? Смех и радость больше не в моде, молодежь теперь смеется иначе. Расскажем, как понять, на какую шутку реагировать кеком, а на какую лолом. С чего нам начать нашу передачу, если не с такого громкого слова, как тренд? Не страшно, если вы его впервые слышите. Тренды, они везде и во всем. Говоря простым языком, это направление развития, причем самое популярное направление. Ну, проще говоря, писк моды. Вообще, слово «тренды» напрямую с модой и ассоциируется. Вспомните хоть знаменитую сцену из фильма «Служебный роман». Начнем с обуви. Именно обувь делает женщину женщиной. Разве? Шузы. Сейчас носят с перепонкой на высоком каблуке. Что это шузы, извините, Верочка, я не поняла. Это от английского слова «шуз». Обувь, значит, по-английски, да. Ну, понятно. Шузы с полок магазинов никуда не исчезли. Они по-прежнему на прилавках, правда, называются по-другому. Проще один раз показать. Вот они, современные ботинки и туфельки. Теперь это, правда, Оксфорд, Рейдинги и Сабо. Ну, по сути, та же обувь, только называется по-другому. Главное, чтобы трендам соответствовали. Мода же меняется очень быстро. Ольга Султанова расскажет нам, что сейчас в тренде. Здравствуйте. Здравствуйте. Что сейчас в тренде? Что сейчас модно надевать? Вы знаете, сейчас с пандемией пришел очень важный, на мой взгляд, тренд. Это осознанное потребление. Об этом говорят эксперты моды. Они говорят о том, что быстрая мода, она отходит наконец-то. Вот бренды-монополисты, которые нас подсадили на иглу, так скажем, покупок беспрерывных. Каждые 2 месяца все меняется в магазинах, и ты должен это покупать постоянно, потому что иначе ты не в тренде. Это отходит. То есть сейчас человек приходит, и он начинает думать о том, что же ему приобрести, чтобы оно не выпало из моды через 2 месяца. Такая одежда есть. Я, допустим, дизайнер, да, и таких нас очень много, которые создают одежду не исходя из трендов, а исходя из того, чтобы это изделие было стильным, чтобы оно соответствовало более традиционным и классическим восприятиям, чтобы оно могло служить человеку 2 года, например. Такие вещи есть, и вот присмотритесь к ним. Спасибо вам большое, что рассказали, посвятили. Тренды есть не только в одежде. Телефон с логотипом «Откусного яблока» тоже тренд. Считается, что он лучше обычного, но это предмет другого разговора. Еда, сотовая связь, интернет – во всем есть свои тренды. А если вы производите или продаете тренды, то здесь могла быть ваша реклама. Слово «тренд» английское переводится как «веяние», «течение» или «направление». Вообще включает огромное многообразие всего. В кино есть тренды, какие лучше снимать и как лучше делать. Поэтому и появляется так много порой однотипных фильмов и сериалов. Есть тренды в литературе, что сейчас модно читать или о чем писать. Проще перечислить то, в чем трендов нет. А вообще, смотрите нашу программу «Связь поколений», где мы расскажем, как этим самым трендам следовать. Так что удивите своих детей или внуков вопросом «Подскажи, что сейчас в тренде?». Это аналог вопроса «Что сейчас модно?». Давайте еще раз «Что сейчас в тренде?». Налаживайте «Связь поколений». Вот оставил ваш внук после себя мусор. Что он на это скажет? «Сорян». Конечно, сорян, сорта это ваша, вон сколько. А он, между прочим, извиниться хотел. Давайте вместе выясним, что такое этот сорян. Слово «сорян» произошло от английского слова «sorry», что обозначает «извини», «прости», «я не хотел». В русском же современном языке трактуется как «прости, братан». Но вы должны иметь в виду, что так нельзя говорить профессору, чиновнику, нельзя сказать это высокопоставленному лицу или человеку, которого вы уважаете, который намного старше вас, он не поймет. Что же касается вот это «я», то предположительно оно взялось, когда мы сокращаем русские мужские имена, такие как Костя, Костян, Виталян, Толян, Игорян и так далее. Вот такой загадочный этот сорян. Вроде с русским языком перекликается, а с другой стороны ничего общего. Так что говорить привычное уху «извини» или удивить детей словом «сорян» решать только вам.
Вот, милый мой внук, я бы хотела, чтобы ты все-таки прибежал ко мне на этой недельке, увидал свою бабушку. Сорян, ба. В общем, я услышала впервые слово «сорян». Сначала я не поняла, что это такое. А потом... Потом я тоже не поняла. Я попробовала найти ответ в книгах, в телевизоре. Про слово «сорян» не узнала, но наслушалась много чего другого. Это прям как какая-нибудь локация в играх с легендарным лутом. Решила воспользоваться интернетом, а через минуту поняла, что интернетом пользоваться не умею. Наконец-то пошла к подруге, мы посидели, попили чайку, обсудили сериал, обсудили шоу по телевизору, вспомнили молодость свою. И когда я собиралась уже уходить, то вспомнила, зачем приходила. А слово «сорян»-то что значит? Подруга сказала, что есть книга ее мужа, в которую он записывает все новые слова. Сначала мы нашли заначку его, а потом значение слова. Смотри, «сорян» – это «извини». Я ушла домой. Мне позвонил внук и сказал: «сорян, ба». «Да ничего», – ответила я. В общем, я узнала слово «сорян». Кек, чего только в интернетах этих не покажут? Что? Не поняли, что такое кек? А если я скажу «рофл», тоже мимо. На самом деле кек и рофл – все это обозначение смеха. Ну а кто знает про смех лучше, чем КВНщики? Мы направляемся к Дмитрию Беляеву, настоящей звезде рязанского КВН, участник команды «Головы чернокнижник», обладатель «Кивинов черно» на фестивале «Юрмала-98» и чемпион северо-западных и рязанской лиги КВН «Амиг». Кому как не ему знать, что это такое. Дмитрий, здравствуйте. Здравия желаю. Ну вот расскажите, как вас вообще занесло в КВН? Ой, занесло меня в КВН таким прохладным, наверное, ветром на улице Ленина где-то. Все началось с «Черного кота», на самом деле. То есть мы сформировались в коллектив, который назывался «Повидло», и выступили на коте на черном. Выступили с каким-то танцем, и после этого решили, а что бы нам не попробовать в КВН. Назвались «Головы», ну, там несколько названий перепробовали, и, в общем-то, я вот влился в этот коллектив учеников-выпускников 14-й школы. И, собственно говоря, пошло-поехало, завертелось так, что, ух, накатались, но выигрывали все, что только можно было в Рязани и за пределами, тем более. Хорошо, а немножко внутренней кухни. Как придумываются шутки для КВНа? У нас, как обычно, собирались, но уже ближе к завершению, скажем так, своей карьеры пошла тема штурмов. Сейчас, наверное, тоже такая тема, когда все собираются все вместе, какую-то тему закидывают, вот она по кругу прошла, каждый прописывает какую-то по своей шутке, потом все это зачитывается. Тема штурмов тогда была популярна. А так у нас вообще, в основном, у нас 80% шуток писал Паша Ежиков. Поэтому были спокойны, у нас был такой автор, гений, который писал все свои нестандартные шутки, и мы добавляли лишь какие-то свои варианты, добивали его шутки, которые, может быть, какие-то слишком уж закрученные и завернутые были. Ну, мы собирались, конечно, да. Так что как шутки придумываются? Вот так вот, сборами, выходные, на квартире, в квартирничках. Как шуток кекали? Что? Ну, кекали. Сейчас у молодежи есть такие понятия, которые заменяют смех. Кек, лол, рофл. Как вы кекали в свое время? Мне кажется, это клички какие-то. Сейчас только что перечислил. Какие-то клички каких-то пацанов таких. Ну, мы вообще, то есть как мы смеялись над шутками? Какие-то у вас были свои тогда жаргонные слова, да, если это не лол и кек, то ну, что было? Ну, были какие-то жаргоны и серии. Была, сейчас, наверное, тоже ну, так, есть слово болт, да, это какая-то финальная шутка, которая завершает визитку, допустим. Визитка идет, и потом и болт, то есть в конце какая-то, ух, такая прям шутка-бомба, да, болт. Ну так, ну все говорили там ржач, не знаю, хихикать, посмеяться. Ну, мы тогда как-то, в общем-то, словарь у нас был очень ограничен. Сейчас уже можно, видите, фигурировать такими кличками пацанов. Но тогда у нас такого не было. Так что, пардон. Такое слово тоже не русское. А к кому тогда лучше обратиться, если не к вам? Я думаю, по этому поводу вам надо обратиться к молодежным командам КВН. Я надеюсь, такие еще существуют. С этой дверью идет редактура команд Рязанской лиги КВН. Пойдем посмотрим и, глядишь, разберемся, что это за лол и рофл такие. Голубчик, у вас недовес. Пойду довешусь. Ребят, подождите, ну, как-то это все не очень весело, достаточно печально. Давайте, может быть, еще что-нибудь у вас есть. Давай еще разок. Ну что, ребят, 2020 наконец-то заканчивается. Может, отметим? Да нет, давайте сначала старый год проводим, а то финал-то может и не быть. У нас? Да у всех. Точно.
Ну что, ребят, может это в честь Нового года? Салют пустим? Ты что, рофлишь? У нас не так уж и много торговых центров осталось. Так, стоп. Что еще за рофл такой? Ну, рофл и лол – это аббревиатуры. Раньше у нас была такая социальная сеть, в которой мы обменивались смайликами. И вот лол – это аббревиатура, которая расшифровывается как laughing out loud, что переводится как «смеюсь во весь голос». А этот рофл расшифровывается как rolling on the floor laughing. По-русски это «катаюсь по полу от смеха». Это разные степени смеха, только и всего. Понятно. Ладно, продолжайте. Давайте лучше желание загадывать. Я как первокурсник хочу хоть раз увидеть своих преподавателей. Ну да, в зуме как-то не то. Да не, надо на пары начать ходить, что ли. Лол. Со словом «кек» ситуация куда интереснее. Был в интернете такой тренд – отзеркаливать изображение. Так и появились такие необычные картинки. Народные умельцы отражали все, что только можно. И дошли до персонажа знаменитого мультика «Шрек». Его отзеркалили по вертикали и получили вот такое глупое лицо. А потом отзеркалили и название. Вот и получилось, что «Шрек» сократили до «кек». В общем, я узнала слово «лол». И в этот раз я действовала умнее и переспросила его. Внук ответил мне. Понятнее мне, конечно же, не стало. В помощь я включила телевизор. Переключила канал за каналом. Послушала Эдуарда Хиля. Я думала, это оттуда, из песни. Но я знаю, кто мне поможет. Попили чай, вспомнили молодость, поделились историями своей жизни. И уже уходя, я вспомнила, зачем пришла. Слово «лол» – что такое? Мы открыли тетрадь ее мужа и прочитали. Это смех. Просто да, смех. Это просто смех. Мы закрыли книгу, посидели с Натальей, порофлили и разошлись. Внук вечером отправил мне смешную картинку, и я ответила «лоу». В общем, я узнала, как смеется молодежь, и я смеюсь над ней. Вот так можно оставаться в тренде, смеяться кеками и лолами и извиняться сорянами. А уж употреблять эти слова в своей жизни или нет, решать только вам. А если вы сами услышали незнакомое слово, то пишите его в комментариях, и мы обязательно расскажем о нем в наших грядущих передачах. На этом все. Оставайтесь в тренде.